Всем большой привет! И сегодняшнее видео о заказе с сайта Бабаду. Да, я такая темная, конечно, красная, капец. В общем, вот такая коробка пришла к нам. Здесь, в общем, 3 с чем-то килограмма. Я заказывала, мне нужен был жираф Софи, потому что в нашем городе его не купишь. Поэтому я хотела заказать. Выбрала сайт Бабаду и гель для десен младенцев от фирмы Веледа. Сейчас мы с вами посмотрим. Самое интересное, потому что ждали заказ долго, да? Да, долго? Очень. Но они поубирали оттуда уже одну одежду, 2 книжки я заказывала для купания в ванной. Они тоже забрали. То есть мне так интересно, вот как работает сайт, их интернет, да, то есть магазин. Ты закидываешь в корзину, они есть в наличии, а потом они тебе присылают смс-ку через 2 недели, что оказывается, это наличия этого нет. Значит, как здесь все упаковано. Все дело выглядит вот так. Как мы будем смотреть? Пипец, смотри, какие маленькие соки. А ты думала, там двухлитровая, что ли? В общем, это молоко питьевое, безлактозное, ультравысокотемпературно обработанное, обогащенное витамином D с массовой долей жира. У нас лактозная недостаточность, я просто хотела попробовать. Сразу показываю, что вот качество, видите, какое оно грязное. Ну, да, грязно. Ну ладно, в принципе, какое оно может еще прийти, если оно посылка идет. Это как бы естественно. Такие маленькие, ну так я понимаю, это просто детям тоже давать пить, там с собой в дорогу. Потому что вот, то есть открыл, выпил. Вот эта фирма, по-моему, это Финляндия или Польша делает, по-моему. Финляндия, да, это финское производство. Финская. Ну это, не знаю, это себе дело попробовать. Я заказывала таких 2. Вот они, 2 штуки. И все это дело, по-моему, стоило около 60 рублей одна штучка. Тогда это, может быть, даже не бюджетно. 59 рублей, по-моему, одна штука. Здесь сколько? Миллилитров. Ну я тебе говорила, сколько. 100 грамм. В общем, такие 2 штуки. Дальше. Это у нас получается, тоже такая маленькая, это у нас игрушка, пирамидка жирафик. Что-то он, у меня все на всех жирафов тянет, просто... Раньше совы были, теперь жирафы. Ну, совы мне тоже нравятся. Вот. В принципе, к самый раз для маленького ребенка, потому что здесь мало частиц. И вот, чтобы он по-быстрому собирал. Ну, так, чисто увидела бальзам для губ. Случайно, доктор Вера, который вот так вот уже раскрыта. С маслом чайного дерева, 8 мл. Это помощь для губ при герпесе. Взяла попробовать. Мне это бывает мучает. Цитрусовые сады, средства для мытья полов, концентрат, эконель. Ха-ха-ха. Биоразлагаемый состав, не оставляет разводов. В общем, средства для мытья полов. Кто что делает, кто выпустил. Изготовитель — компания Флора, Россия, Самарская область, Ставропольский район. В общем, вот такой взял попробовать. Как раз у нас закончилась. Но она такая, по-моему, концентрированная. Как раз закончилась. И сколько она стоит? Ну, стоит она до 100 рублей, она дешевая. Следующее, это тоже, видишь, для маленького, для маленьких деток. Это, ну как, не валяшка. Утка функциональная. Чё? Не валяшка. Шарики вон там опять. В общем, не валяшка. Это вот для, как раз для маленьких детишек пойдет. Уточка, да.
аккуратно. Будь здоров. Будь здоров, все. Да. В общем, с жирафом мы погорячились, конечно. Он очень большой. Но я у тебя спрашивала, надо было маленького брать. Следующий набор — это вот такие игрушки тоже, видите, на маленького. Чтобы было маленькому интересно, два, значит, бубен один и две штуки маракасы. Специально выбирала вот такие маракасы, чтобы вот он брал в ручки, чтобы ему удобно было держать. Ну, как погремушка получается. Не знаю, как эти железки. Это Пеппа, я так понимаю, свинка. Да. Вот. Вот-вот-вот. Что тут еще есть? Это как этот, как новогодний. В общем, это у нас Юла. Ну, качество все такое, знаете, хиленькое, слабенькое. Вот сказала. Вот Юла тоже. Ну, тоже маленькая Юла. Тоже вот для маленького ребенка. Потому что они же бывают Юлы побольше. Да. И железные. А это пластик. Если вот он ее уронит, то она разобьется. То есть только на полу держать. Ну, понятное дело. Тоже фирма «Жирафики». И здесь такой рисунок, он, знаешь, как космонавты, в общем. Как раз день космонавтики. Ну-ну-ну. Пакеты рисованы. Роюсь. Половина забита пакетом, все. Роюсь. Я жирафа боюсь доставать, потому что там жираф как наш ребенок размером. Так, комбинезон детский, цвет киви, размер 22, это 68-74, Lucky Child, как раз у нас закончилась одежда, мне понравилось то, что оно ажурное, то бышь на лето вообще очень хорошо, вот, с дырочками, вот если видно, дырочки, зелененькую я выбрала, классная. Вот, на Lucky Child. Одну они убрали. А, кстати, одна из такая футболочка еще, да, фирма Йо-Майо. Чего ты смеешься? Размер 27, то бишь футболка-набивка плюс желтый, 74 размер, одна штука. На лето я взяла. Ну, к сожалению, нам будет уже как раз, потому что мы крепыши. Представляешь, что это 74 размер. А она маловато. Вот фирма Юга. Мне понравилось, видишь, красивый, да, рисунок такой. Интересный. И качество очень хорошее. Оно такое мягкое, вообще классное. Мне понравилось. Ну, блин, что ж... Она тянется, но нифига. Никаких здесь пуговичков нету, только вот через голову. То есть ребенок желательно должен быть сидеть. Должен сидеть. Пипец. Такие мы большие. Следующий костюм. Комбинезон. One. Пингвины. 68 размер. Надеюсь, что она мне будет маленькая, потому что после... Так это 74 размер, я заказала футболку. Видите, он такой маленький, вот. И такой размерчик. Ну, это нормально. Такой не маленький. Комбинезон, мы больше комбинезоны любим. Ну, наверное, я. Вот. Какая же это фирма? Веселый малыш. Фирма Веселый малыш. Он плотный. То есть... Вот, видите, воротник толстый, ну потому что это шьет Россия. Тут написано, вот, сделано в России. Вот. Нормально. Следующая покупка. Вот такой маракас я купила. Не знаю, короче, смотрела на него, и мне захотелось, наверное, больше себе. Стоит он 550 рублей. То есть... Нифига себе. То есть... Выглядит. Ну, в
общем, барабан, люблю я всякие инструменты, да, барабан тоже хочется, но барабан это не стоит. Так, и следующий, это вот Мапаха, фирма музыкальные игрушки, ксилофон «Совенок». Вот в такой упаковке вот они выпускают. Ну, вы пройдите, потому что вы меня сбиваете на кухню болтовней своей. Делает Китай. Вот что у нас сзади написано. Вот так в таких кружках они, в коробках вот выпускают. Как будто что-то органическое, знаете, как бы сейчас выпускают коробочки. Я смотрела на этот набор, думала заказывать, не заказывать, и решила заказать. Вот что на него смотреть. Если хочется, значит надо заказывать. Мне понравился, что он вот такой вот красочный. Сзади вот так вот. Значит, вот так вот у нас выдвигается. Все правильно я держу? Веревочка, не пойму за что. А, веревочка, видимо, катить, вот, чтобы он ехал. Да, вот они. В общем, он деревянный. Вот она, в конце концов, сова. Тоже специально для маленького ребенка взяла. Чтобы ему было интересно. Красиво. И вот так вот все назад всовывается. Мне нравится. Ну, аккуратно, конечно, своей палочкой надо, чтобы он себе в глаз или в рот не засунул. Так, далее у нас остается два. В общем-то, из-за чего я заказывала, делала заказ. Это вот Вилета. Как же его назвать? Не по-русски, а вот по-русски. Детская зубная паста гель. Натуральная защита и укрепление молочных зубов. Специально разработана для детей, потому что подходит для ежедневного применения. Состав... Делает Германия, естественно, состав. Гель не содержит торы и веществ, способных нанести вред организму. Нет, состав они, видимо, не написали. Но я, чтобы не соврать, не буду говорить. Это все можно посмотреть в интернете. Ну вот, а вот по-русски здесь есть. Растительная зубная паста. Просто на прорезывание зубок я хотела бы, может быть, плюс намазать ей. Естественно, здесь вот календула, ротания, дикорастущий кустарник из перуанских Альп. В общем, еще вот это цвет растения. Так, ну, да, с календулой. Нанести небольшое количество пасты на влажную зубную щетку, очистить зубы, затем тщательно прополоскать рот водой. Даже при проглатывании безопасен абсолютно. Приятный мягкий вкус, который нравится, очищает зубы. У них металлическая как бы коробочка, получается, что, конечно, не очень травматично вообще. И не закрыто. Это плохо. Фольгой не запечатано. Все, и последнее у нас что остается. Это вот в такой упаковке уже помятой. 0+. Это у нас товарищи, это жираф. Жираф Софи, из-за которого делаю заказ. Мы не могли никак выбрать, какой размер. 18 или 21 сантиметр. Мы выбрали 21 сантиметр. И он вот такой вот большой. Ну, просто дело в том, что у детей режутся зубы-то и до 2 лет. И мы так рассчитывали, что просто когда он будет сидеть, ходить уже, чтобы он с ним игрался. Еще они на сайте пишут, что это якобы оригинал Франция. Тут вот так и написано Франция. Хотелось бы в это верить. Но, может быть, это все-таки Китай. Ну, мягкий. Ой. Да нормальный будет.
Чем пахнет? Там какой-то грязный есть, товарищи. Не знаю, неужели так Франция такую грязную выпускает? Как-то вот она. И все. Пахнет? Ну, мы болеем. Пахнет ванилью. Угу. Пахнет ванилью, просто мы болеем у нас. Немножко нос. Держите. Может, его протереть надо? Смотрит. В общем, вот это был весь мой заказ. Я не вижу счета фактуры. Они не присылают, да, бумажку. В общем, здесь наклеена вот сумма. Общая получается 652 рубля. За этот заказ они начислили мне 300 баллов на сайте. Вот так вот. Что хочу сказать, что мы ждем, когда активируют акцию. Мама, маме и мне, по-моему, это подарок. Маме и мне. Мы их ждем, потому что многие уже его получили, а мы уже родились, а мы его не получили. Мы тоже хотим его получить. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока. Встретимся в следующих видео.